У звичний перебіг подій сьогодні буквально увірвалося повідомлення у соціальних мережах, нібито у будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації відбувається якась таємнича сесія депутатів міської ради у змові із, власне, губернатором. Ба й більше, повідомили, нібито єдина знімальна група, яку пропустили у зал, це були представники 9 каналу. Одразу маю сказати, що це брехня. 9 каналу там не було і жодними привілеями наші співробітники не користуються. А чутки про таємну сесію розвіяв міський голова Дніпропетровська Борис Філатов, зробив заяву для преси вже на своїй території у міськвиконкомі. Сьогодні состоялось підписання коаліційного соглашення 35 депутатами міського совету, коаліційного соглашення демократичного, я надіюсь, промерського, коаліційного соглашення, направленого на конструктивну роботу в міському совєті. Якщо я скажу, що я сьогодні щасливий і доволен, я не скажу нічого, тому що те, що реально продовжалось в течение нескольких місяців в міському совєті, цьому треба було ставити жирну точку. Скажу, що появилось большое количество спекуляцій в інтернеті, в соціальних сетях, о том, что депутаты собирались проводить некую тайную сессию. На самом деле все это чепуха и провокации. Почему? Потому что мы не собираемся продолжать открывать ящик Пандоры, как это сделали наши коллеги в декабре в АНД районе. На 29 число назначена внеочередная сессия по требованию депутатов. И на этой внеочередной сессии все вопросы, которые вошли в коалиционное соглашение, будут проголосованы в установленном законе процедуре. Сессия, которая проходила внеочередная в АНД районе, и я сделал политическое решение, подписал, уже в настоящий момент приостановлена судом, и я надеюсь, что в ближайшее время суд вынесет решение о признании ее незаконной. Мы не хотели идти по такому пути, вне зависимости от того, где бы мы ни собирались, в райисполкоме, в облгосадминистрации. Мы хотим, чтобы в нашем городе всегда царил закон и правопорядок. Отже, пролунало слово «коаліція», підписали її 35 депутатів, у тому числі представники фракції «Самопоміч» і «Опозиційний блок». За подробицями і роз'ясненнями ми звернулися до учасників події. Сьогодні гість нашої студії – перший заступник міського голови Дмитро Погрібов. Вітаю, здравствуйте. Тобто ми поняли зараз із висказування міського голови о том, що це була не сесія. Як ми можемо називати цю зустрічу, яка сьогодні состоялась в облгосадміністрації, і вот некоторые комментаторы назвали ее тайной сессией. Не знаю, кто комментирует такие глупые комментарии. Я со своей стороны не буду комментировать в ответ. Поэтому, смотрите, мы ни в коем случае не нарушали закон. Депутаты городского совета имеют право встречаться где угодно, в каком угодно формате, обсуждать любые вопросы, вот, подписывать любые, в том числе коалиционные соглашения, тем более, если это происходит в стенах официального здания областной государственной администрации. Вот, и по инициативе, можно сказать, с большего губернатора. То есть это была инициатива все-таки губернатора, да? Мы В какой-то степени, да, потому что губернатор ни в коем случае не приглашал выборочно каких-то депутатов, да. Губернатор на сегодняшний день реально обеспокоен тем, что городской совет не работает. Вот, и он как гарант, не гарант, а как представитель гаранта Конституции в Днепропетровской области обязан, это входит в его прямые обязанности, обеспечить всеми возможными способами и методами работу, в том числе и городского совета, как областного, как центра, как центрального областного города в Днепропетровской области, и обеспечить все хозяйственные процессы. А мы с вами прекрасно понимаем, что если городской совет не работает, то в городе как бы Затруднены процессы, мягко скажем. Да. Некоторые из депутатов-оппонентов уже назвали эту встречу незаконной. Если такие заявления есть, можно предполагать о том, что будут какие-то, не знаю, обращения в суд, возможно. Что вы ожидаете? Я бы прокомментировал таким образом. Пусть наши оппоненты думают о том, как у них обстоят дела с законом. Вот я бы им порекомендовал думать в первую очередь об этом. Потому что, как мы видим, по их действиям,
то их действия, они вызывают с точки зрения закона вопросов больше, чем ответов на эти действия. Вот. Поэтому я бы им посоветовал обратиться хотя бы к каким-то грамотным юристам, вот, и перекладывать свои действия в правовое законное поле, а не комментировать наши действия. На эту встречу приглашались все депутаты? Я, честно говоря, был приглашен точно так же, как и все депутаты, поэтому я там не могу сказать, какой это был формат, какой анонс, там, кто был точно инициатором и так далее, и так далее. Я могу сказать о том, что встреча состоялась, подписано соглашение, и это соглашение, оно открыто для подписи любым депутатам, которые хотят войти в нормальное большинство, разблокировать работу городского совета и конструктивно работать и решать в городе какие-то хозяйственные вопросы. За сегодня еще не поступало предложений от кого-либо присоединиться к этому соглашению? Нам все время поступают от кого-то какие-то предложения, некоторые из них материализуются во что-то, некоторые нет. Вот, поэтому я уже понял, что политика даже на местном уровне дело сложное. Вот, и переменчивая, поэтому посмотрим, чем закончится день. Что ожидаем на сессии, если она, конечно, состоится? Ну, есть уже поводы сомневаться, потому что в коалиционной угоде все написано, что ожидается на сессии. Я надеюсь, это все состоится, вот, потому как не может не состояться, это все уже подписано и подтверждено. То есть это коалиционное соглашение, это результат действительно длительных переговоров, сложных переговоров. Вот. И как результат, это узгодженная позиция всех коалициантов по поводу целого ряда программных документов, в том числе это и регламент, вот, в том числе это и структура городского совета исполкома, вот, в том числе это и состав фракций и количество, состав комиссий. Да. И количественный, и персональный состав комиссии. В том числе это и состав исполкома, и в том числе это голосование за отставку секретаря, потому что, как мы уже с вами имеем, вот это вот юридически правильный факт, мы имеем ухвалу суда, которая приостановила действие сессии этой сомнительной в АНД-районе в 6 утра. Вот, поэтому, соответственно, секретарь тоже, он как бы не секретарь, вот, и депутаты должны на это отреагировать, они отреагировали. Насколько я знаю, Загид Краснов апелляцию подавал, и я не знаю, когда будет решение, но оно будет когда-то, и оно может быть разным, да, если оно будет положительным. Загид Краснов в установленном законом, установленной законом форме, может подавать что угодно. Подавал апелляцию, мы дождемся решения апелляционного суда. То есть планируется голосование за отставку, и потом будет предложение по новому секретарю. Кого предлагать будете? Раскрывайте тогда уже карты. Эту кандидатуру вот по коалиционной угоде должна внести фракция «Самопомощь». Вот, и мы ее должны поддержать. Давайте еще раз уточним для наших зрителей, кто сегодня подписал коалицию, представители каких фракций? Фракция «Украинское объединение патриотов» в полном составе, фракция «Самопомощь» в полном составе и 8 депутатов фракции «Оппозиционный блок». Угу. А, ясно. Итого с мэром 35 человек. 35 человек. Мы с вами... БПП нет никого, да? Нет никого. Никого. А вот об как бы отставке возможной секретаря мы да, она де-факто ситуацию. Уже состоялась. Так, с вашими должностями, судебные решения по должностям и по названиям должностей, даже не знаю, как это правильно назвать, тоже, как будет с этим? Изменят вам должность или... Это не судебные решения, это какие-то смешные ухвалы, неграмотные. Вот, и мы в ближайшее время, может быть, там завтра, к примеру, или послезавтра, я вообще собирался это сделать на регулярной пресс-конференции во вторник, но мы готовились, сейчас были немножко заняты согласованием, подготовкой всего этого, поэтому, ну, мои, в частности, адвокаты дадут правильные, скажем так, правильный ответ, правильное объяснение этим смешным ухвалам. Вот. Ну, они просто юридически смешные и безграмотные. Вот.
поэтому там непонятно, что это за ухвалы, непонятно, как их исполнять, кто их должен исполнять. Там были ошибки в названии должностей, да, по словам Александра Скучара. Ну да, на самом деле это такой некачественный труд юристов, что его даже тяжело комментировать. В ближайшее время будет ясно с этим. Да? Сегодня тоже была такая информация о том, что депутатов от оппозиционного блока, которые подписали вот эту угоду, уже исключили из, то ли из партии, то ли из фракции. Вот смотрите, мы опять же, вы хорошие вопросы задаете, и я еще раз говорю, нашим оппонентам я хочу посоветовать одно, вот, чтобы они все время думали о законности своих действий. Потому что мы за ними сейчас будем очень внимательно наблюдать, за законностью их действий. Вот сегодня госпожа Начарьян что-то там декларировала на пресс-конференции. После того, как подошел к ней адвокат и попросил показать решение политсовета о том, где кого-то отстранили, она панически сказала, я не знаю и не понимаю, о чем идет речь, наверное, такого решения нет, политсовета, да? То мы им все время будем рекомендовать, чтобы они были осторожны в своих высказываниях. Потому что за каждое высказывание они будут получать иск в суд. Ну, была даже названа цена, которую заплатили депутаты. Это, по-моему, Сбарская, да? Я не знаю, кто звучала фраза $100 000 каждому. В суде со Сбарской встретимся. Спростовываем эти информации, ну, вы, по крайней мере. И, в общем-то, пока перспективы хорошие, сессия на 29 число, да, намечена. Нет от депутатов каких-то жалоб на угрозы. Я почему спрашиваю, потому что ситуация с избиением была, состоялась, да, возможно... Это не просто жалобы, не просто опасения, они уже материализовались в конкретные вещи. Ну, товарища Григорука просто избили. Я имею в виду подписанта. Ну так, уже ж все, он ходит с переломанной рукой. То есть это все уже состоялось. То есть это не просто угрозы. Это вот угрозы в весьма понятной форме. То есть в виде избиений. Да, мы вынуждены еще думать и заботиться теперь над тем, чтобы как-то эти депутаты себя более-менее спокойно чувствовали. Ну что, будем надеяться. Спасибо за то, что прояснили ситуацию. Надеемся, сессия первая состоится. Все-таки она будет удачной и как-то вот дело сдвинется с мертвой точки. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. Я ще раз нагадую, що сьогодні у гостях був Дмитро Погрібов, перший заступник міського голови.